Наташа с утра этого дня не имела ни минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей. Она поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, вошла в сени, сняла шубу и пошла вместе с Соней впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей нужно было держать себя на бале, и старалась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Впереди и сзади них, также тихо переговариваясь, и также в бальных платьях входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в голубых, розовых и белых платьях с жемчугами и бриллиантами на открытых руках и шеях. Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Все смешалось в блестящую процессию. При входе в первую залу равномерный шум голосов, шагов, приветствий оглушили Наташу. Свет и блеск еще более ослепил ее. Наташа видела и слышала, что несколько голосов спросили про нее и смотрят на нее. Она поняла, что она понравилась тем, которые обратили на нее внимание, и это наблюдение несколько успокоило ее. Есть такие же, как и мы. Есть и хуже нас, думала она. Больше половины дам имели кавалеров и шли или собирались идти в Польское. Наташа увидела, что она с матерью и Соней остались в числе дам, оттесненных к стене и не взятых в Польское. Она стояла, опустив тоненькие руки, блестящими испуганными глазами, смотрела перед собой с выражением готовности на величайшую радость, на величайшее горе. Неужели так никто не подойдет ко мне? Неужели я не буду танцевать между первыми? Неужели меня не заметят эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня? А если смотрят, то смотрят с таким выражением, как будто говорят:
А, это не она. Так и нечего смотреть. Нет, это не может быть, подумала она. Они должны же знать, как мне хочется танцевать. Как я хорошо танцую. И как им весело будет танцевать со мной. Музыка замолкла. Озабоченный адъютант подошел к Ростову, прося их еще куда-то продвинуться, хотя они стояли у самой стены. И скоро раздались отчетливые, осторожные, увлекательно-мерные звуки вальса. Адъютант-распорядитель подошел к графине Безуховой и пригласил ее. Она, улыбаясь, подняла руку и положила ее, не глядя на него, на плечо адъютанта. Адъютант-распорядитель, мастер своего дела, уверенно, мерно, крепко обняв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом по краю круга, на углу зала подхватил ее левую руку, повернул ее, и из-за все убыстряющихся звуков музыки слышны были только мерные щелчки шпор, легких и ловких ног адъютанта, и на каждом третьем такте при повороте как бы вспыхивало, развиваясь бархатное платье его дамы. Наташа смотрела на них и готова была плакать, что не она танцует этот первый тур вальса. Князь Андрей в своем белом мундире, в чулках и башмаках, оживленный и веселый, стоял в первом ряду круга недалеко от Ростова. Пьер подошел к нему и схватил его за руку. Вы всегда танцуете. Здесь есть моя протеже, Ростова молодая. Пригласите ее. Отчаяние, замирающее лицо Наташи, бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувства, понял, что она была начинающей, и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой. «Позвольте вас познакомить с моей дочерью», сказала графиня краснея. «Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня меня помнит», сказал князь Андрей, с учтивым и низким поклоном, подходя к Наташе, занося руку, чтобы обнять ее талию, прежде чем договорил приглашение на танец. Он предложил тур вальса. То замирающее лицо Наташи, готовое на отчаяние и восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной детской улыбкой. «Давно я ждала тебя», как будто сказала эта испуганная счастливая девочка, своей проявившейся из-под готовых слез улыбкой, поднимая руку на плечо князю Андрею. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был один из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки в бальных атласных башмачках легко и быстро, независимо от нее, делали свое дело. Сияла восторгом счастья. Князь Андрей пошел танцевать и выбрал Наташу, потому что на нее указал ему Пьер, и потому что она первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза. Но едва он обнял ее тонкий подвижной стан, и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко ему, вино ее прелести ударило ему в голову. Он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыхание и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих. В конце котельона старый граф подошел к танцующим. Он пригласил к себе князя Андрея и спросил у дочери, весело ли ей. Наташа ничего не ответила, и только улыбнулась. Такой улыбкой, которая с упреком говорила. Как можно было об этом спрашивать? Так весело, как никогда в жизни, сказала она. И князь Андрей заметил, как быстро поднялись ее худые руки, чтобы обнять отца. И тотчас же опустил.
Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастья, когда человек делается вполне добр и хорош, и не верит в возможность зла, несчастья и горя. Средь шумного бала случайно в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как моря играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий и весь твой задумчивый вид. А смех твой грустный звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я устать. Я не знаю, но кажется мне, что thank you.
Thank you.
Thank you.
тобой, когда весной любовь встречается со мной. Один вхожу в тенистый сад, ищу, ловлю любимый взгляд. Мне шепчет ветер, что в саду я счастье светлое найду, как замокрыло качели взлет. Весна влечет, весна зовет. Тихо и плавно качаясь, горе забудем вдвоем. Ласковым дням улыбаясь, мы им весне. Слышен шепот нежных пар, и ветра вздох, и сердца стук, не поцелуя нежный звук. Клянется он, она молчит, но сердце радостно стучит, как замокрыло качели взлет. Весна влечет, весна зовет. Будем вдвоем, ласковым дням улыбаясь, мы гимн весне поем. Первые птицы запеют, каждый любимый влюблен. Качайтесь.
Thank you.
Thank you.
Yeah.